Всем привет, народ! Ну что ж, мы сегодня поиграем в очередной мод от нашего любимого Игоря Чена. Как достать соседок? Название «Как достать блогера». Значит, у меня три варианта, что это будет. Первый, либо это будет очередной говномод, второй, либо это будет что-то недоделанное. И третье, это будет, на что я очень сильно сомневаюсь, это будет что-то нормальное. Игорь, ты просто не обижайся, но зачем? Ну зачем ты делаешь моды там, вот... Анонс этого мода состоялся 17 октября. Вот сейчас Games Chen. Так, смотрите. Вот, даже 20 октября. То есть, а мод вышел 21 октября. Опубликовали его тогда же, потом перезалили. В общем-то, вот. Сначала эта игра вообще не работала. Я пыталась через архив запустить, но пришлось мне перекидывать в папку. С основной игрой, когда соседа. В общем, давайте смотреть, что это такое у нас. Так. Загрузка. Это Games Chen. Идеальный логотип. О, музыка из растений против зомби, когда сайт блокит запись вик. Охренеть. А, кнопка автора нет. Она есть. Настройки муки. Сейчас он обычный. Музыка из ПВЗ, блин, сейчас проникнусь на стаги. Понятно, очередной недоделанный говно мод. На стоп. Два уровня, просто охренеть. Очередной недоделанный говно мод, все понятно. Вы увидите персонажа, бла-ла-ла. О! О! Твою мать! Ё твою мать! О, Эндрю Сэм. Андрюх, ты там выздоравливай, да? Твою ж мать, господи. Так, это у нас Игорёк. Откуда музыка? Чё он так лагает? Что это? Какой аромат? Понятно. Это Туни из трешового клона, как достаться сильный телефон. А тут вроде охренеть. Опа, мертвая зона. Это было и в моем моде тоже. Зато вот так вот можно повеселиться. О, господи. Ладно, иди сюда. Заходи наверх. Окей. Это разве краска? Твою. Чё ты так вот тут улыбаешься? Это как будто... Как, какая красивая анимация, господи. В общем... Музыка из Кайда Сосед 3. Сегодня в игре сломалась камера для записи. Полная труба, о, пиденок. Эндрю Сэм. Так. Где ты, придурок? Иди наверх. Хотя это не будет и... Туалет? Это не туалет. Вот ты что там, из туалета воду взял? Банка с говном! Кто-то оставил банку... Иди сюда. Куда ты? Господи. Давайте посмотрим, как он будет насиловать. А он не будет его насиловать, да? Кто составил банку с говном? Банка с говном. Господи. Ужас как. Так, иди сюда. Так, тебе куда? Тут. Куда ему идти надо? Куда тебе идти, придурок? Наверх иди. Мне... Не понял. Я не понял. Стоять, я не понял. Стопэ. Что здесь надо сделать? Что, к нему идти, что ли?
Как мне... Что делать-то надо? Что тут, где-то можно спрятаться, что ли? Банка с говном на коробку с костями. Куда? Куда идти? Простите, уважаемый, как там тебе? Туни или как-то там? Как мне сюда пройти? Как мне сбежать от него? Иди сюда. Что, я что, я где-то спрятаться должен или что? О, бог ты мой. Боже ты мой, что это за... Что тут, что, спрятаться туда можно или что? Ах ты вон гад какой! Ой, Игорь, давай. Да, все, музыка шикарная, вали наверх давай. Все, иди наверх скорее. Охренительная анимация, просто двери исчезают и все. Вот музыка пропадает. Берет быстрее все единое. Это типа, когда сидит какой-то кур. Посмотрел все. Быстрее иди, придурок, прячься. Так. Кто ты вообще? Кто это такой? Это не Игорь. О, бух. Красавчиком себя считает, да? Не, в этом ничего плохого нет, но... А как я успею? Чё? Стоять. Давайте еще раз попробуем. Иди наверх. Иди наверх, собака сутовая. Как там тебе, туник или мешок с говном? Быстро вниз, вниз. Иди туда, шизоид. Как можно я тебя буду называть мистер Шизик? Так. И выходим. Раз. Вылезаем. Иди сюда. А куда тогда заюзать-то? Короче, я не понимаю, что надо делать. Продам. Квартира, второй этаж, понятно. Полная труба. Куда я тут в банку с говном применить? А куда? Короче, хрен с этим модом. Ссылка в описании на всякий случай. Оставлю. Всем пока.